Всем привет, с вами Курус 5 и добрые роботы. Сегодня мы снимаем 5 портовых игр. Да. Ну, по моему мнению. Первая игра называется Некроман. Да. И это игра про чудиков, которые сражаются с другими чудиками. О, как весело! На самом деле, это реально очень упорная игра, да? Это очень весело! Получите! Убивать остальных! Своей команды. Да, убивать остальных это весело. А их больше. Их становится все больше и больше, когда убивают они одни. О, валим! Вас двое осталось? Да, и мы валим. Нет! Иди сюда, пацаны. А как тебе? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А как тебе команда идет? Это просто у тебя команда такая. Короче, первая игра закончена. Тём, окончена. Но вообще чуть-чуть мы поиграем. Да. Так, первая игра, сейчас запущу вторую игру. Теперь игра упоротый футбол. Не знаю, что это сейчас было, но давайте начинать. Он упоротый. Это упоротость. Нет, это футбол. Не удивляйся. Не удивляйся. Я сейчас забью гол. Наверное. Не удивляйтесь, это обычный футбол. Да, также наша сборная России играет. Она валяется. Хотя нет, это красная, она лучше справляется. Чем синий. Да, так что это недавний матч. Нет! Я бегу! Какой-то странный. Я сейчас забью гол! На! Ты так смеешься. Я чуть-чуть это мяч подправил. Нет! Не забивайте нам! Вы кувыркаетесь. Не забивайте нам! Я представляю, как они тренировались. Гол! Я представляю, как они тренировались, а ты? Я тоже. Я убегаю. Куда я бегу-то? Нет! А может, их так учили? Короче, это очень тупая игра. И в ней вообще нельзя играть никак, да? Ну, конечно, можно как-нибудь гол один забить. Короче, это упоротость. Это полная. Зашкаливает. Это упоротость зашкаливает? Да, короче, все. Поняли? О, тут еще можно скачать. Я бокс. Так, сейчас я еще один раз. Короче, поняли, как нужно играть? Футболисты, вы ничто с этими футболистами, да? Короче, они лучше справляются. Да, намного. Они никому головы не забивают, а только отдыхают. Вот так вот они отдыхают. Короче, ну ладно, давайте переходим к следующей. Ну, мы поняли, что сборная России должна играть так, а не как они играют. Переходим к следующей игре. Да. Да. И сразу здесь у нас ожидает упоротый Соник и упоротый Кнаклз. Да, эта игра самая нормальная. Она называется «Соник, беги, беги!» Скорее всего, Соник упоротый, беги, беги. А тут есть несколько упоротых. Вот! Тут можно Кнаклза вообще играть. Да, я хочу... Я не придам Кнаклза, но я буду им играть. В следующий раз ты будешь им играть? Ну я выбрал. Все, давайте. Че? Короче, это очень упоротая игра, которую невозможно играть. Да. Видите, как она лагает? Просто несколько шагов делать. А нет. Нет! Толстый Соник погиб. Давай Кнаклзом. Да, Кнаклзом лучше. А что, Кнаклз хотя бы нормальный. Пацан. У него тоже сначала он будет лагать. А это не один Кнаклз. Да, их же несколько. Хорошо. О, Кнаклзы хорошо справляются. Не то, что жирный Соник.
Это Соник Наклз тут есть. Соник Наклз. Ау! Мы все врезались. Короче, ладно, все. Так, простите. Извините. Да. Просто небольшие неповадки. Следующая игра называется «Революция котов». Да. Коты прекрасные, земные существа и люди их очень любят. Как-то раз один необычный котенок решил попробовать кое-что новое. Что он решил попробовать? Походу, он решил эволюционировать. Да. Он решил съесть котов других. То, что он самый лучший кот. Да. Он решил доказать, что он самый лучший кот. И надо 10 котов сделать, съесть, чтобы получилось новый и... Да, новый кот. И кто это? Ходячий кот. Да. Он быстро убивает. Ням-ням. 25 котов. Ну, следующую игру я запишу по ней отдельное видео, потому что эта игра очень крутая. И она большая. Так что ее нужно показывать. А, и что теперь нам делать? Мы съели всех котов. Новый кот, сильный кот. Держит себя в форме. Так, этот кот съест одного кота. О, сколько котов? Нифига себе. Бесконечные коты. Да, он бьет их. Короче, я сейчас, наверное, хочу нового кота. Меня манит к этой игре, я хочу себе нового кота. Это будет третий кот. Нет, это третий, по-моему. Да, это третий. Четвертый кот. Я с первого не считать, только третий, да. И новый кот. Кто это? Я даже ничего не скажу насчет этого кота. Без. Да. Он 2 очка прибавляет. Ладно, все, давай. Короче, ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Корус 5 и добрые роботы. Всем пока.